Несколько российских городов отказались проводить парад Победы 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Однако в Хабаровске, несмотря на то, что количество людей, скажем, заболевших все больше и больше, упорно продолжаются репетиции этого самого парада. Скажите, пожалуйста, нужен ли нашему городу парад 24 июня? Да, нужен, потому что все проводят, и мы должны... Везде будет, в Москве тоже будет проводить, а мы чем хуже? Я считаю, можно и без него обойтись. В таком контексте я думаю, что, конечно, не нужен. Мне кажется, что это обычное отмывание денег, которые были заложены еще в том году, и сейчас просто идет его импульсивное освоение. Само по себе празднование, да, то есть, мне кажется, многие отметили и в период карантина, именно с 75-летия. А так, я думаю, что это больше показуха. Парад без людей, для кого это парад? Каждый день заболевает количество людей столько же, сколько 2 месяца назад, и снимать карантин вообще нет смысла, а тем более проводить такие массовые мероприятия. Парад не нужен. Ну, я думаю, нужен все-таки парад. Хоть, ну, как бы дань отдать предкам, кто пострадал, ну, погиб на этой войне. Вы знаете, у меня двойное чувство. Я и хочу, и в то же время вроде как уже, и, может быть, и не надо было. Время прошло просто, всему свое время как бы. Мне как бы, знаете что, мне вот эта вот боль в душе, вот говорят, память сердца, да? И вот я сейчас поняла, что у меня тоже в сердце память войны. То есть мне вот эти вот танки, когда я их вижу, у меня слезы текут, и я даже слышу, где они вот начинают греметь, у меня все волнение в груди вот от этих танков. И слезы рекой текут прямо. Я плачу, вот дома стою в окошко на Портовой, живу, там у нас как раз вот гонят эти, иногда через мост эти вот. Я просто навзрыд реву, сами слезы катятся и все. Потому что я жила во время войны в Курской области, вот эта Курская дуга, эти танки, хоть я и маленькая была. Но вот видать, вот тут вот все осело на столько лет и не уходит. Не, ну он нужен, конечно, но всегда же, как у нас, что люди стоят, смотрят, да, ну как-то люди радоваться должны, по телевизору смотреть. Люди привыкли к праздникам, они хотели его увидеть 9 мая. Ну а 24-е, кто знает про эту дату, я, допустим, знаю, кто-то не знает. Поэтому соответствие даты и парада, может быть, не совсем будет понятно. Но сейчас действительно очень много больных. Поэтому как это все будет, неизвестно. Я тут где-то шел, дороги разрушены, пробки из-за этого все. Но меня это не касается, но людям не нравится. Да и мне, в принципе, тоже на этот парад все равно. Главное, чтобы ветеранам хорошо было. В такое время нет, наверняка, не нужен. Ну, наверное, традиции выше, чем чувство осторожности. Чувство патриотизма, чувство памяти, благодарности. Проявление этих чувств памяти и благодарности к нашим предкам. Ну, есть вещи, как сказать, рационально необъяснимые, но нужные людям. Нужен. Ну, потому что это светлая память нашим отцам и дедам. И я думаю, что у нас не будет такого... Вернее, мы будем соблюдать все признаки дистанции. Чисто теоретически, наверное, нужен там память, вспоминать все это. А с другой стороны... Да как... Ну... Как сказать, конкретно вот в данных условиях, конкретно вот эта вот ситуация парада, мне кажется, не нужно, потому что, ну, лично мое мнение, потому что весь год нужно помнить. Зачем это показуха, скажем так, правильно, если можно теми же льготами, теми же какими-то пособиями, помощью какой-то финансовой помогать ветеранам, которые сделали, ну, действительно, вклад в нашу страну той же вот победой, а не устраивать из этого показуху, какие-то праздники, такие вот парады, оно, ну, для чего? У нас это какое-то реальное такое, ну, произошедшее страшное событие, которое, ну, не должно перерастать, ну, в такую помпезность, как мне кажется.